что, ребят, я снова вас всех приветствую. Мы продолжаем играть в Deus Ex. И, собственно, пришли мы в эту комнату, где находится этот универсальный конструктор. И нашли вот тут кучу всяких канистр с нанитами, которые мы сейчас с удовольствием применим к себе. Так, для начала. Вот это. Вот это. И пусть будет вот это. Так, поехали. Не понял. Черт, сраный бот нужен. Фак. Мда. От этого вот я не готов избавиться от этих вещей. Так, понятно. Вот это нам не надо. А вот тут у нас нужные штуки лежат. Например, очки нам точно понадобятся. Так, перцовый спрей выбрасываем. Берем. Осталось забрать вот эти две штуки. Что можно выбросить, чтобы их забрать? А вот черт его знает по-хорошему там. Ты-ты-ты-ты-ты. Потому что какие-то нам вообще по-хорошему скорее могут не пригодиться, потому что у нас не так много осталось тех вещей, которые нам нужно установить. Ну, судя по всему, нам придется от водки избавляться. Ой. Так, и от сигарет. А так вот, пусть они столбиком лежат. Отлично. Так, все, что нам надо, мы взяли, все, что нам может пригодиться. Ага, а это что такое? Это, что это тут надо вводить что-то? Так, нам какой-то пароль говорили, 575. Ай, два! Из двух знаков. Так, а, 525. Интересно. Интересно, а что это за пароль может быть? Там, кстати, это внизу стоит, подруганка наша, для которой мы собирали доказательства. Но, подождите, а что тут за кнопоньки надо нажать, мне интересно. Мне, с другой стороны, я могу просто кучу вот этих штук потратить, которые у меня на девятку забиндены. Но это, конечно, такой крайний вариант. Так. Да, обидно, конечно. Я их так долго упорно копил. Фак, да у меня уже все открыто, оказывается, давно. Сука, жопа, говно. Ладно, спускаемся вниз. Вон лестница, вижу, нужная нам. И нас там ждет эта мадама. Тык, тык, тык. Тык, тык, тык. О, да, детка. Я вернусь сейчас за своим хламом. Так. Так. Это ты. Увеличивает скорость, с которой агент может бежать и взбираться на высоту, которую может прыгать, уменьшая повреждения от прыжков. Бесшумная ходьба. Да, думаю, вот не очень-то она нам нужна, потому что мы в конце концов можем в стелсе пробежать. А вот падать с большой высоты, вот это я возьму. Так, потом. Торс. Два в торс еще сейчас поставим. Классно. Так, расход энергии уменьшает. Так. Что позволяет частицам взаимодействовать с электрическим методом, не покидая клетку? Что? Расход энергии на все увеличения уменьшается. А, то есть он меньше энергии будет потреблять. Это, видимо, как пассивка. Так, а вот это что такое? Синтетическое сердце прогоняет по телу не только кровь, но и смесь механохимических мощных клеток, быстрых фагоцитов и липосом, содержащих машинные детали, способных к апгрейду всех составляющих. Чё? Чё прогоняет...
однако это не улучшает детали больше допустимого предела. Я что-то просто не совсем понимаю, на кой нам это и что это. Что-то ересь какая-то. Так, ладно. Акваланг. Сопротивление окружению. Ага. Так, ну поскольку нас тут еще в перспективе, возможно, придется поплавать, нам логично взять акваланг, ну, если совсем по-хорошему. Ну так, ладно, здесь акваланг берем. А вот здесь что-то меня прям терзает вопрос, что же взять? Что же взять, чтобы нам не прогадать? Просто непонятно, что нам это... Что с сердцем? Так. Вот это что такое? Ну, предположим. И чё? На F11 у нас, ну. А вон она бежит к нам. Просто мне непонятно, блин. Что нам оно дает, блин? Так. Без апгрейда. А, его нельзя апгрейдить. Вот оно что. Ага. Я все еще не могу понять, что нам этот апгрейд дает. Вот это то, что перезаряжается быстрее. И все. Но, например, ее еще можно апгрейдить, да? Да, можно апгрейдить. Потребление энергии слегка уменьшается, потребление немного уменьшается. Ее что, включать можно? Странно, конечно. Странно. Очень-очень странно. Так, и что-нибудь проапгрейдим, я не знаю. Так. Ну, давайте глаз заапгрейдим. Вот так вот. Я глаз сначала докачаю, а потом все остальное. Так, все мое добро. Мне тоже пригодится, спасибо. Все, барахольчик все свое забрал и собрал, так что отлично. И я доволен. Такс. Вот, теперь мы до хера вообще прям робот-робот. У нас все есть вообще. Сохраняемся. Так, все, эта тёлка к нам бежит. Хм, 5-2-5. Ну, что ты мне скажешь? Ну, давай, ладно, я пока подожду тебя. Плохой ход, агент. Так, ладно. Вам не следовало посылать меня в полицейский участок. А что вы рассчитывали? Что они меня арестуют? Все оборачивалось так, что это вы сами на пути к тому, чтобы стать самыми разыскиваемыми в Гонконге. Я всегда была одним из самых разыскиваемых. Я договорюсь с полицией точно так же, как с клеветнической прессой. Так, и... Это как же? Да, точно так же, как я собиралась договориться с вами. Опа. Ну и что ты предложишь? Пришло время умирать, ДС. Эй, детка. Давай успокоимся. Подожди, не надо поспешных действий. Сейчас ты уснешь, и все будет хорошо. Помоги, кто-нибудь! Вот и все. Вот и все. Эх, девонька, чё ж ты? Полежи тут.
Сдерживающиеся протоколы срочно заблокировали вход. Вам придется выходить через сточные трубы, находящиеся в полу комнаты. Опасайтесь концентрации биотоксинов. Так, еще раз, кто там? О, как я, блин, неудачно сохранился, ну ладно. Сейчас мы ее быстро устраним, мы уже знаем, где у нее больное место. Пришло время убирать, ДС. Все, ждем. Ждем, пока ей станет не очень хорошо. Вот и все. Падай. Падай, женщина. Ага. Так, вот все, теперь мы здесь делаем сохраняшу. Ага. Так, и где-то он говорил, в полу что-то появляется для побега. Успех. Производство вируса было остановлено. Сдерживающиеся протоколы срочно заблокировали вход. Вам придется выходить через сточные трубы, находящиеся в полу комнаты. Опасайтесь концентрации биотоксинов. Блин, надо было все-таки брать эту. Ну вы поняли. Ладно, нырнем, посмотрим, что там. Так, нам вот эта штука не поможет. А, надо вот эту, да. Похоже, здесь некоторые инвентаризационные данные. Гарсалайф производил вирус перед смертью в огромных количествах. Весь запас был погружен на грузовой корабль, идущий в Нью-Йорк. Интересно, предыдущим владельцем корабля был Стэнтон Доу. Не слишком часто приходится натыкаться на иллюминате. Возвращайтесь в наше владение. Мне надо многое вам сказать. Так, это все понятно, но я спрыгнул, короче, очень неудачно. Эй, блядь. Так здоровье, блин. Кот наплакал. Давай. Ага. Успех. Производство вируса было остановлено. Сдерживающиеся протоколы срочно заблокировали вход. Вам придется выходить через сточные трубы, находящиеся в полу комнаты. Опасайтесь концентрации биотоксинов. Вот так вот. Фух. Так, если что, F10 нам надо юзать. Похоже, здесь некоторые инвентаризационные данные. Гарсалайф производил вирус перед смерти в огромных количествах. Весь запас был погружен на грузовой корабль, идущий в Нью-Йорк. Интересно, предыдущим владельцем корабля был Стэнтон Доу. Не слишком ли часто приходится натыкаться на иллюминати? Возвращайтесь в наше владение. Мне надо многое вам сказать. Так, интересно, а что за труп такой? Ну ладно, некогда выяснять. Так, F10 на остатки энергии. Понял? Говнюк. Будешь знать, как связываться со мной. Так, воздушный пузырь. Отлично. Воу! Разыскивай эту связь до Луда. Отпечатки пальцев иллюминати находятся целиком под стериками. Я говорю о молекулярной формуле. 17 сегментов, 23 парных точки. Только технология иллюминати использует подшипники скольжения 34 коренной и 38 коренной симметрии. Чуть-чуть. Коренной симметрии? Там, блин, а. Тут не пройти. А, нет, вон, смотрите, какая-то лазейка есть. Но я не посмотрел еще, что там. А, тут ничего нету.
Понятненько. Выбора у нас нету, только сюда. Тык-тык. Ну. Огонь. Оу! Хе-хей! Вот это да. Так, а чё мне, кому там надо? К Чоу, наверное, к этому. Да, да, к этому, к трейсеру, если быть точным. Ну, давай сюда. Не надо туристу посещать каналы ночью. Да я бы с радостью. Ладно, хоть вы на меня не нападаете. А то еще по городу я с боем не пробивался. Макс Чен и Гордон Крис празднуют счастливый день. Так, надо еще будет зайти к доктору у него там медбот водится. Это я точно помню. Так. Так, вот здесь надо медбота найти. Ага, вот ты где. Ой, да я здоров фактически, можно сказать. Не знаю, нравится ли мне ваше чувство юмора. Юмор? Иллюминати, я рисковал там своей жизнью. Мы всю игру это делаем. Никаких шуток, мистер Дентон. Они совершенно реальны, хотя и не так сильны, как в начале века. Я знаю некоторых бывших лидеров. Вроде Стэнтона Доуда. Да, плюс Бет Деклер, Морган Эверетт. Понимаю, большинство из них в Париже. И что с ним приходится делать с Majestic 12? Вопрос к Доуду, я свяжусь с ним в Нью-Йорке. Наверняка он согласится встретиться с вами. А как насчет хакера по имени Дедал? Загадочный, но очень полезный информатор. Он прислал мне один из кодов, которые были нужны мне для того, чтобы найти тот грузовой корабль. Возможно, ваш друг Алекс имел с ним дело чаще, чем я. Алекс его, по-моему, тоже не знает. Мы у него спрашивали. Грузовой корабль. Достаточное количество вирусов, чтобы заразить континент. Ну да, немало. Ваш пилот приземляется на внутреннем дворе. Найдите Доуда и узнайте, куда направляется корабль. И как мы можем его остановить? В любом случае, пришло время вам покидать Гонконг. Говорят, что агент Кунатка вас здесь все еще ищет. Немец, как говорят, взращенный. Нам, кстати, в баре о нем говорили. Скажите своим людям, чтобы не связывались с ним. Я сам с ним разберусь. Так, все? У вас есть все необходимое для синтеза лекарства? Данные, принесенные вами, должны дать нам ответ в свое время. Я также уничтожил универсальный конструктор, с помощью которого они делали вирус. Универсальный конструктор? Я должен узнать. Но я сделал это по совету того хакера, Дедала. Кто он в конце концов? Он больше, чем просто хакер. Хороший вопрос. Я пытался проследить его сообщения, но он, кажется, отправляет их с разных континентов. Причем почти одновременно.
подстроил мой побег из Унатка. Все знает о Версалайфе. Мы должны признать, что он могущественный человек. Я не любил загадки, но он кажется на нашей стороне. Я не люблю загадки. Так, ну, походу... Все, да? Ваш друг Джок ждет вас на внутреннем дворе. Ага, чё-чё-чё, по-английски написано. Bo Jock's helicopter in the layman's pad compound. Ну, борт Джока на вертолете в layman's pad park какой-то compound. Короче, борт вертолета нас ожидает в неком парке-компаунде. Ой, я его слышу уже. Какой мне этот меч вообще, блин, на? Таскай его с собой. Опа, нормально тут приземлился. Донг рассказал мне. Так мы должны разыскать Стэндона Доуда? Эх, а я думал, конец игры близок. Ага, вы знаете его? Кое-что о нем слышал. Думаю, Гарри Филбин знает, как с ним связаться. Хотя я всегда думал, что Филбин дурачит мне голову насчет Иллюминати. Думаю, мы выясним это, когда доберемся до Нью-Йорка. Давайте не будем терять ни секунды. Обратно в Нью-Йорк, что ли? Вот это да. Окей. Только интересно, куда? Или подождите, мы не в Нью-Йорке, или в Нью-Йорке были? Сейчас узнаем. О, нет, ха! Нью-Йорк, Hell Kitchen. И чё, мне к брату спуститься? Типа, в квартиру старую? Так. Не теряй времени. Ты должен идти в таверну преисподняя и связаться с Харлеем Филбином. Он один из помощников Доуда и организует встречу. Следуй инструкциям. Понял. Спасибо, Трейсер Тонг. Так, а что здесь? Закрыто, что ли, в квартирку-то нашу? В братовскую, точнее. У нас проблема. Бунт в Манхэттене настолько сильный, что город пал под военным положением. В эти часы войска расстреливают место, и я выставляю несколько охранников и робота около отеля. Берегись, возможный преступник. Так, в часы расстреливают место, я выставляю несколько охранников и робота около отеля. Берегите свою голову. Вот что он хотел сказать. Вот, да, мы, собственно, видим. Хе-хе-хе-хе-хе. Опять сюда спускаемся. Мы каждый раз приходим и по новой все локации исследуем. Опс. Эй, стой на месте! Это он! Сука! Чего ты живой? Среди трупов стоишь. А? Говно. Чё? Понял? Чмо. Опа, а вот это вот уже интересная находка, например. Но начали мы, конечно... как далеко! Ёб твою мать! Ох! Мда! Мда! Вот, вот оно, отсутствие автосохранений. В полной красе. Ну, ладно, раз уж мы здесь, предлагаю не терять время просто так. И не сдохнуть. Да, отлично. Надо хотя бы забраться наверх и посмотреть вообще, что наверху изменилось. То есть давайте хотя бы это сделаем, чтобы не терять время просто так. Вот, здесь понятно. Они, короче, ну, как минимум, появились много где. Меня волнует вопрос, можем ли мы войти в отель.
Положите его на землю. Неверная информация. На улицах чисто. Опасности нет. Опа, меч ты что бросил? Иди сюда. Охереть, вот так вот, так. О, а больница открыта. Все интересно. Может, она последний раз была закрыта? Ой, что тут за... Эй, Калиман, как у тебя дела? О, вот это место было закрыто, точно помню. Так, тут медботы только, окей. Большая заварушка в клинике? О, это же ее. Я брал интервью у докторов, бесстрастные как политики, даже не моргнут, когда услышат слово «амброзия». Возможно, они думают, что ты говоришь о корме для собак. Я серьезно. Ты не веришь историям из Гонконга, что у правительства все это время было средство? Так. Could be. Может быть. Эй, ты репортер, ты слышал имя Стэндона Доуда? Доуд? Конечно. Он привык быть великим импортером, так? Думаешь начать дело? Мне только нужно найти его. Какие-то проблемы? Ты знаешь его или нет? Боюсь, что я не знаю, как с ним связаться. Я действительно думаю, что он мертв. Угу. Я знаю, что это не закончится ничем хорошим для тебя. Так, окей. Но я это все потом перепройду без этого кипиша и лишних убийств. Вот, мы тут более детально походим. Может, компьютер поизучаем, газетки почитаем. Я пока так осматриваюсь, пристреливаюсь к ситуации. Вообще, че, кого здесь? Клиника закрывается. Ага, вы клинику закрываете. Вот это да. Ловкий... Бомж и старый бомж. Черт, я уже устал от такой жизни. Да, жизни это такое, от нее устаешь. Так, ладно, здесь все понятно. Конечно, то, что мы не сохранились, это борода бородовая прямо. Так, ладно, поверхностно идем дальше все изучать. Вижу его! Опа, это что такое? Нифига тут все разворошили. Вот это да, ничего не осталось. Здесь что-то есть. Вот так мы их всех почикаем. Хоть поразвлекаемся немного. Ой, там робот походу. Здесь что-то есть. Да, но они и косые, конечно. Найди и замочи сортире. А, не вот этот клинок, он очень имбовый. Чё, вы все про меня забыли? Всех покосил. И еще косит дальше. Походу, то, что его задели, просто ему стало обидно. Ладно, хорошо, давайте мы на этом тогда закончим. Серия получилась коротенькая, уже просто достаточно поздно. Вот, я за кадром сейчас быстренько там добегу до нужного нам места, сохранюсь и обязательно продолжим. На этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи.